Open House, друзья. Мы, честно хочу сказать, не пытались, не стремились, в мыслях не было. Но поскольку мы в Санта-Крус каждую неделю бываем, вот тут была такая лачушка, и они ее в последнее время строили. Ну и вот строили, строили, наконец построили, как в известном произведении. Так, справа у нас вход. Такая комната. Здесь проделана работа, конечно, его сделали, этот дом. И пол тут такой новенький, да? Да, неплохой. Правильно. Неплохой пол. А, skylights. Значит, здесь два туалета, три спальни. Что еще сказать? Где-то 1450 скверфутов. Это небольшой дом, но такой. Is it all new? Or? All new. Okay. Yeah, everything's been redone. So you staged the house? They brought staging, yeah. Uh-huh. Yeah. Home's vacant. Это все тут так для красоты, юбилишку поставили. Hello, значит, так, тут у нас bedroom. Типа мастер bedroom. Да, как мы знаем, что он мастер bedroom, мы видим там туалетик. Значит, практически все новенькое. Участок 6 соток там с небольшим. Мило. Вот я хочу сказать, что мило. Здесь очень симпатично. Друзья, вы не видели меня вообще сегодня. Вот я такой. Здрасте. Так, все очень-очень мило. Риэлтор, выяснилось, что он тут на углу сам живет и родился. Наш сосед, он там, где мы... А вы уже дома, а мы тут зашли на этот open house. Там, где наша дача. Окей. Так, пошли на улицу. Вот, тут такой участочек милый. Ничего на нем нет, кроме травки. Так вот, простенько. И вот здесь тоже мило и тоже простенько. Ну вот, выложили там бетонными такими плиточками, крашенными. По идее, здесь можно навесик и можно там как-то так развлекаться, я не знаю. Два квартала, два с половиной, это третий квартал от океана, очень, очень близко океан. Значит, 1 350 235, ну, что-то такое. Я не помню. Там, да. Ну, во всяком случае, там на буклете не написано, что интересно. Знаешь, мне пришлось его спросить. Обычно пишут всегда на буклете. Здесь карпет новенький, а мы прям с улицы. Ну ничего. Да, ничего страшного. Да. Да. Сейчас, кстати, девушки. А, они сюда идут сейчас? Да. Они не знаю, они думали с нами сюда прийти. Понял, понял. Шкафчик стенной. Такой для одежки, полочки. Обычно вся бельишко там постельное складывают. И еще кладут кусок кедра, который отгоняет моль, что ли? Кого он там отгоняет? Всех отгоняет. Всех отгоняет. Так, это еще один туалет. А, окей, сори. Это туалет. Нет? Где он? О, тут туалетик. Вот эта плитка, она так отражает свет, что... Ой, что не так хорошо видно все. А потолок оригинальный. Посмотрите, там краской такой намазано. Я боюсь, что не видно ничего, потому что светлый и все отражается. Так, идем дальше по коридору. Офис. ОЦ офис. Ну да. С другой стороны, офис имеет шкаф. Таким образом, мы можем его считать бедрумом вполне. А? Полубедрум. Небольшой, вот такой метров 8, да? Да. Небольшой такой. Хорошо, что они кровать сюда не поставили, иначе было бы страшно заходить. Но потолок высокий. Заходи, сразу ложишься. Да, потолок высокий. В окно видно качественный забор. У нас некоторые говорят, что забор, знаете, это красить надо. Но это, друзья, ваши личные проблемы. Зато в этом заборе есть дырочки, смотрите. Мы можем мысленно уйти. Еще один бедрум. Тот самый третий бедрум. Третий бедрум. Тогда непонятно, что на втором этаже. Да. Что бедрумов три. Ну, здесь мило. Тоже очень он. Вот эта вот кушеточка, как назвать, даже не знаю, предмет. Она, конечно, мало места занимает, но если здесь реально спать, то тоже она небольшая. Но получше, чем предыдущая. Ну хорошо, идем дальше.
Мы, друзья, думали, что есть второй этаж, но оказывается, это так чисто затычка, такая обманка. Так что, друзья, вот то, что здесь выглядит как второй этаж, не является вторым этажем. Это просто такую они раму поставили, и чисто декоративная. Ничего себе декорация, друзья. Она им вышла в какую-то копеечку, безусловно. Но они потратились, вот, дверь современную. Им хотелось, чтобы дом издалека хорошо выглядел. Вот. Так, Света. Светочка, пожалуйста, твои впечатления от происходящего. Люди положили деньги так. В надежде выручить их на продаже. Ну. Но понимаешь, как всюду должен быть какой-то common sense. Да? Здравый смысл. Да. Да. Если ты уже что-то делаешь, то он должен ответить на вопрос, зачем я кладу эти деньги. Так. Да? Вот здесь вот мое первое впечатление было, ну хорошо, если я думала о том, что это, возможно, скорее всего, не второй этаж, да. А просто свет. Да. Но я тогда ожидала увидеть высокий потолок. Да. Да? И это самое, соответственно, свет и скайлайт. Тогда было бы понятно, зачем они положили эти деньги, накрыли эти скайлайты. Да. Железной крыши, что очень дорого само по себе. Да. А получается такая история, они вроде деньги положили, а вроде и ничего и не сделали. Ну, то есть потолки... Со стороны красиво. Со стороны красиво, изнутри бесполезно, деньги потрачены, потолка высокого нету. В общем, не очень понятно, зачем это нужно. Этот дом, на самом деле, по всем своим параметрам, типа наш, вот у нас через дорогу стоит. Значит, он помоднее. Он помоднее отстроен, но у него 3 бедрума, 2 басрума, у него примерно такая же площадь, у него немножко меньше площадь, участок. У них немножко меньше участок, и, собственно... Ну, локейшн у них, наверное, немножко лучше, потому что у них кул-де-сак здесь все-таки, не проездная улица. Хорошо, и, немножко лучше локейшн, но он здорово дороже нашего. Ну, пошло уже 3 года. Ну, да. Ну ладно, в общем, да. Друзья, вы видите, что можно купить за 1 235 000, наверное, можно поторговаться и купить за 1 200 000. Наверное, а вот тут за углом еще один open house. Да ты что? Что? Уже цены как Сан-Франциско. Ну послушай, ну здесь же бич и... Тут до океана, большая площадь, да. Тут три квартала до океана, это очень... Такая курортная территория. Очень модерно они сделали так в середине, более-менее. Да.